Добрый день! В эфире NS News. Давай в интеллектуальной школе физико-математического направления. 21 июня в городе Астана. Мы обсудим учебно-тренировочные сборы. Итак, эти учебно-тренировочные сборы запомнились. Я думаю, что в состав пяти из них вошли в Монтай. Да? Мы начинаем. Привет всему НС комьюнити. С вами НС Медиа. Наверняка у вас возник вопрос, что это такое. Давайте объясню. НС Медиа — это то, что изменит рутину в ваших школах. И это самый большой проект, который когда-либо запускался до этого. Целью этого проекта является объединение всех школ для создания одной обширной системы СМИ. Что это значит? Вы никогда не задумываетесь, что происходит в других школах? И всегда то и на СМИ это то, что нужно. Если вы заинтересованы, то мы приглашаем вас в нашу команду. Наша деятельность делится на три штаба. Первое – YouTube. Тут вы сможете делиться свежими новостями, а также делиться образовательным и развлекательным контентом. Второе – школьное радио. Если вы хотите, чтобы люди знали о всем происходящем в школе, тогда это работа для вас. Школьная редакция. Свежие новости, интересные события в школе. Заинтересованы? Значит, школьная редакция для вас. Если вы хотите принять участие в данном проекте, то поздравляю. Мы приглашаем.